Людочка – обаятельная, застенчивая девочка. Добрая, ласковая, отзывчивая. Первая придет на помощь и первая пожалеет. Люда совершенно домашний ребенок. На нее смело можно рассчитывать. Она и комнату уберет, и маленьким поможет. Поручение выполнит с радостью. Людмила очень дружелюбная, добрая, отзывчивая девочка. Большая помощница для воспитателей. Люда немного застенчива, но это совсем не мешает ей общаться. А ее милая улыбка сразу располагает к себе. С учебой у Люды получается, но не так, как ей бы хотелось. Но она очень старается. С большим удовольствием участвует во всех мероприятиях, как в детском доме, так и в школе. Меня зовут Люда. Мне 9 лет. Я люблю рисовать, шить. Учусь во втором В классе. Людочка очень любит индивидуальное внимание к себе. Ей важно признание и похвала взрослого. У девочки есть замечательное качество. Она не злопамятна и быстро забывает обиду. И, конечно же, Люда, как и все девчонки, любит красивую одежду. Старается носить платье и вообще любит наряжаться. Людочке очень нужна любящая, заботливая мама. Рядом с ней девочка по-настоящему расцветет. По всем интересующим вас вопросам обращайтесь в отдел опеки и попечительства нашего города, который находится по адресу: улица Некрасова, 66, кабинет 301, телефон 32 35 36. Рубрика «Будем вместе» создана при поддержке строительной компании «Уссури». Новое жилье – новая жизнь. Уссурийская, 52А, телефон 306-906.